очень много отсыпа. Степанович в первом заезде, он выиграл, а, к сожалению, в втором заезде он сейчас третий автомобиль его подводит. В этом заезде также участвует шестой стартовый номер Виталий Мурлев. Он очков не набрал предыдущих двух заездов и в заезде... Так, пацаны, готовы к старту? Итак, внимание! Поехали, вновь! Удачно стартанулся. Сватовский Геннадий сразу же после 30-метровой зоны вырвался вперед. Прохлопывал в этот раз старт Виталий Мурлев. Стартует с первой дорожки. И Сватовский теперь уже вряд ли уж отдаст победных 2 очка. Будет постараться, наверное, постараться удержать. С пятым результатом и двое организаторам определенные Дмитрий Баркан и Андрей Муравей. Продолжаем двигаться, Андрей Мурлыков!
идет на финиш первым! Вот что значит мастерство.